Песни советских композиторов в исполнении звонких голосов наполнили актовый зал детского сада «Олененок». За 2 месяца музыкальные руководители дошкольных учреждений подготовили по музыкальному номеру. Уделяли внимание не только пению, но и хореографии, костюмам, актерскому мастерству. Кто-нибудь из вас захотел певцом стать или певицей? Да. 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 Я хотел. В музыкальную школу пойдете? Да. 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 Меня мама запишет. Битва хоров проходит в районе уже 2-й раз. Конкурс юных талантов собирает все больше участников. Глаза певцов горят. Каждый хочет стать лучшим. Судьям приходится нелегко. Впечатление от выступления детей просто великолепное, потому что дети, они самые у нас эмоциональные, самые красивые, самые любимые, они самые искренние. Ну и, конечно, мы их все ждем в музыкальную школу. Таких звезд. Нам такие нужны. В итоге 1-е место занял хор детского сада «Крепыш», 2-е у коллектива из «Белоснежки», на 3-м – воспитанники садов «Олененок» и «Березка». А впереди юных участников уже ждет театральный фестиваль «Волшебный занавес». Он также пройдет среди детских садов некоммерческой организации «Алмазик» с 1 по 29 ноября. Виктория Бреус, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».